Привет, ББ вещает! И привет всем нашим. Блять, идите нахуй. Вот честно, вот честно, блять, максимально, сука, по-хорошему. Идите просто вот нахуй и в пизду. Арслан Юсупов, я твою мать в кино водил. Ты, тварь, блять, это что за хуйня, я не понял, блять. Какого хуя? Я ради этого вам приколы кидаю, да, фотки свои, блять. Вот ради такого? Сволота. Блять, я вас, ну, салат постругаю. Вы меня все на оливье пойдете, я вас отвечаю. Ты вот Сева Лейних, ты у меня будешь Сева Лейних под шубой, ты понял? Сева, хорош, блядь. Хорош. Нет, ББ, ты упал в котел с Имбо Энерджи в детстве. Вот это смешное, а самое главное, добрый и жизненный мимас. Вот это я уважаю. Вот это я даже закину в отложку. Это смешно, рофельно и классно. Молодец. Who is getting the best dick? Walter White или Xardas? Я иногда боюсь вам фотки выкладывать. Это вы пиздец, блядь. Ну что это за хуйня? Что это за хуйня, блядь? Зэм! Нет, хуйня я тебя вообще пытаюсь читать. Блядь, ну ты вообще, ты просто вот гной. Ты вообще по... Ой, нет, пизду, я даже показывать не буду. Ты горд собой? Ты вот горд собой, я у тебя спрашиваю. Ну, ты рад? Ты вот рад своему скиллу? Ты вот прям вот смотрел, пока в фотошопе думал, пиздец. Какой же я классный чел. Литерали 1984. Предложу совершенно секретно. Европа вздрогнула, узнав о преемнике Путина. Россия будет править... Да вы уже даже забыли, как его зовут, ребята, что я даже, ну, ничего не буду спрашивать. Голод сводит девочка с ума. И я, типа, пью, сижу, агушу, да? Кошмарю ее. Ну, понятно. Его идеи, блядь, что это? ГБР послал нахуй Обаму по телефону. Вы знаете, вот это смешной мемас. Вот это реально смешной мемас. Влад Биро, молодец. Но мы смотрим выше. И где снова появляется Арслан Юсупов, блядь. Вот вы чувствуете разницу? Вот смотрите, вот смешной. С юмором мемасик. Даже не буду спрашивать. И вот эта вот хуйня. Вот как мне на это реагировать? Вот вы можете сказать? Арслан хорош, да. Вот никто не написал, блядь. Влад Биро хорош. Классный мемас, все вот, блядь. Арслан, ну пиздец. Это что? Так говорил Гомер Башмачок. Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения. В чем юмор? Жалко, что чат прогнал такого образованного человека. Да! Очень жаль. И поэтому чат больше не увидит никогда Гомера Башмачок. Потому что вот есть такие, как Юля Металкор. Гомер Каблучков. Вот смотрите, того самого Артема разбанили. Что он в благодарность сделал. Перевернутый унитаз, молодой Бэбс, две упаковки из-под чуда молока рядом. Вот она, ребят. Вот тут вот эту фотку надо вот прям скрин вот вырезать, вставить словарь и надпись рядом. Благодарность. Вот так она и... Ага, Артём, молодца! Пиздец. Вот смотрите, блядь. Вот смотрите, я показываю фотки людям. Артём. Он превратил меня в хуйню из фильма «Нечто». Молодец, Артём. Молодец. Я уверен, ты собой гордишься. Чат вот сейчас напишет. Ай, молодца, Артём, молодца. Ай, хорош. Вот как... Ну, он еблан, он шиз. Ну, он шиз. Это пиздец. Это в натуре пиздец. Если бы существовал тот самый подвал в реальности, по которому вы столько пиздите мне, блядь, и говорите, что я там Гошу Гучвар держу, Артём отправился бы туда в первую очередь. Я серьезно говорю. Вот Анбо он испытал настоящий фирендхангер, блядь. Ну, без сопутствующих там фирендхангера вещей, вы не подумайте, я не это имею в виду. Царь Леонидас Бебеевский.
Сколько Mad Skills из 10, ребят? Тебя не в подвал, тебя в дурку надо. Да хз, как это? Это надо как-то комментировать. Я сейчас должен шутку выдать. Я сейчас должен сказать, ай, блядь. Я должен побомбить с этого, я не понимаю. Я, блядь, нахуй в замешательстве. В чате-то, конечно, пишут, ахаха, Артём молодца, блядь. А вот мне как реагировать на эту хуйню? Я не знаю. Реагирую смехом. Ебало на кита, Жека, кроссы. Это другая моя детская фотка. Где меня в цирке сфоткали с обезьяной и далматинцем. Вот смотрите, что этот шиз налепил. Знаете, что он сделал, блядь? Вот Fear and Hunger. Вот, буквально, Fear and Hunger. Страх и голод. И ненависть. В Лас-Вегасе, в Черлитамаке. В предложке Деградача. Я, блядь, отказываюсь это комментировать. Нет, я даже это показывать не буду. Этот шиз нацепил меня на Скиппи из Киберпанка. Нацепил Леонида на Скиппи. Вот, смотрите. Типа ебало в маске на патрон, похоже. Радуйся, Андрюха, если ты сидишь в чате, хотя не сидит. Тебя в кои-то веки налепили не на собаку. Теперь ты анимешная девочка. В бан тебя навечно, уёбище безмамное, сказал Андрюха. Ты вот вообще еблан, блядь. Я хз, как тебя... Ты ебанутый, блядь. Пацаны, я подрублю тофе. Неужели мы дождались? Даже самому не верится, блядь. Пиздец, вы зачем отбелили Феню? Ой, Феню, Бреню. Это что такое? Бреня был черным, вы нахуя его сделали белым и нацепили, блядь, на Лезерфейса, блядь. Ладно бы это, вы посмотрите, что они сделали с Бреней. Курица! Опять курица! Крем-брюле хотите? Мои силы кончаются. Ну, блядь, буквально на исходе, знаете. Ну, то есть... Вообще уже, ну, то есть у меня жизненная сила, психическая сила, она кончается. Машину Андрюхе показали. Вот это показали. Are you winning, son? Yes, dad.